Привет, ребятки. Я сегодня работаю в Кутузовской слободе. Это заброшенный поселок. Я уже как-то делал репортаж отсюда. И опять я сегодня толкаю грунт. Две машины привозят больших самосвала. И я все это толкаю. Выравниваю. Вот такие-то дела. Вот так это выглядит. Вот мне сюда привозят, вываливают. И я толкаю туда во овраг. Вот целый овраг. С той стороны мы уже толкали. Вчера была гроза, и я туда, может, с трактором даже проеду, но самосвалы точно они там утонут. И мы с этой стороны, здесь бетонные плиты, они спокойно заезжают, а я толкаю уже туда дальше. Так что сегодня целый день я здесь. Работаю. Ну, скоро обед. И сейчас я вам покажу, что я здесь нашел. А нашел я здесь красненькие ягодки. Малину. Здесь ее очень много, везде полно. Вот. Вот еще там есть малина. Вот. И вокруг вот этого вагончика. С той стороны везде малина. Я уже рассказывал, что здесь когда-то был поселок, потом дома здесь разрушили, построили новые. И вот на месте этих старых домов, которые снесли, здесь остались деревья, сад. Ну, видать, это чей-то участочек был. И вот такие у нас результаты. Сейчас я могу покушать малинки. А вот там я смотрю, прям в глубине вот этого оврага или заросли этих. Там прям огромнейшие кусты малины. Вот я сейчас пойду перед обедом, подкормлю себя витаминами. Вот так. Кто работает, тот и кушает. А кто не работает, тот не кушает. О, как я умно сказал. А может и наоборот. Кто не работает, тот хорошо кушает. А кто работает, вот питается малиной только. Ну что, я малины наелся, наверное, полкилограмма ее съел, собрал здесь. Ну, еще осталось. Оставил я всяким букашкам, муравьям, паучкам. А сейчас у меня обед. Иду я обедать. Значит, сегодня у меня на обед вот такая грудка из перекрестка. Вот. Я взял. И вместо хлеба я взял вот такую лепешку узбекскую с кунжутом. Ну а пить буду квас. Вот такой квас живой. Безалкогольный абсолютно. Вот мой обед. Thank you.
я покушал, а теперь можем идти прогуляться. Я вам покажу один или два из домиков, какие здесь были построены, и все это будут сносить. Так что погнали. Такие домики были здесь построены, кто-то вложился, но это все заброшено теперь и ждет своего времени. Пойдет все под снос. Здесь заброшенный сад. Это где я малину кушал. А в этот дом мы сейчас зайдем. Посмотрим. О, сколько малины здесь. Я с этой стороны ее еще не видел. Тут тоже можно хорошо собрать, покушать. Ну а мы идем в дом. Ищем вход. Так. Вроде нашел. Стеклышко побитое. Стеклопакеты выбиты. Везде стекло валяется. Это, наверное, какой-то санузел или что-то должно было быть. Да, вот. Комнатки. А здесь, наверное, гараж. Да, это должен был быть гараж со входом отдельный в дом. Лестница на второй этаж. Какая классная планировочка. Мы поднимаемся наверх. Надеюсь, здесь бомжей нету. Никто меня сейчас по голове ничем не грохнет. Вот комнатка. Надписи какие-то. Ну, собирается тут всякие неадекваты. Наверное, подростки. Вот. У нас второй этаж. И какой вид со второго этажа. А там вдали, я вам сейчас приближу, 23-й район. И вот там тоже недострой, заброшки. И это все в черте города. Я думаю, что здесь скрывались белорусские революционеры, прятались в таких заброшках. Видите, они тут надписи наделали. Ну а где же им еще прятаться? Ну, а мы вниз идем, наверх, на чердак, тут не поднимемся, там нету лестницы. Все, уходим отсюда. А сейчас пойдем в ту сторону, другую. Посмотрим. Вот те большие дома.
такие-то строения, недострои. Сколько денег сюда вгрохали. И все забросили, все под снос. Обед закончился. Приступаем к работе. Уже едет машина, везет нам грунт. И пора его будет толкать. Привезли, высыпали, иду я толкать. Одну машину я уже затолкал, сейчас приехала вторая, выгрузится, и я опять буду толкать. Сегодня у меня малиновый день. Малины наелся. Опять нашел здесь целую плантацию. Сейчас вам покажу. Я уже, наверное, сегодня больше килограмма съел малины. Так что я сегодня витаминизируюсь малиной. Вот это все малина. Здесь. Вот какой малинник огромный. С той стороны. Вот это все малина. За сегодня я запас сделал малины, наверное, на целый месяц. А хорошо так. Покупать не надо. Она уже спелая, сладенькая. Рядом с работой остановился, покушал малинки. И дальше работать. Вот так мне нравится. Ну что, ребята, работу я сделал на сегодня. Грунт потолкал, все выровнял. Мне сказали, что машины уже не придут сегодня, позвонили. Ну и пора мне собираться уже на базу.
Ну а всем, кому понравилось видео, ставим лайки, не забываем подписываться, пишем в комментариях. Ну а на этом все. Всем пока!